славянский народ. Они разделили нас страны, заковав в цепи лжи. Но разорвать нас так и не удалось, потому что мы единый народ. Не сдавайся, Родина, не сдавайся, Родина, не сдавайся, Родина, я с тобой. Не сдавайся, Родина, не сдавайся, Родина, не сдавайся, Родина, я с тобой. Как им удалось самый непобедимый народ разделить? Издавна мы, греки, называем богатырей сих росичами или руссами. Мужи росские, доблестные воины. При набегах немного рабов взять удается от славян сих, ибо неволе предпочитают все они смерть. До 5 века греки называли украинцев, белорусов и русских русами. То есть это был единый народ. Не сдавайся, Родина, не сдавайся, Родина. Либо мы ухайдокаем планету и сами себя, либо наведем в ней новый наш русский мировой порядок, по которым все будут жить в дружбе, в согласии, счастливо, достойно и в достатке. Для этого у нас с вами все есть. Да, тяжело, да, трудно, не падайте духом, выйдет Россия. Восстановим мы все, установим счастливую и справедливую жизнь. Все у нас с вами будет хорошо. Но чуда никакого не будет. Будет то, что мы, простые люди, сделаем сами. Но для этого надо знать, что происходит. Знать, что делать для того, чтобы навести порядок в стране. И действовать. Сейчас мы откроем самую большую тайну и все способы управления нами. Моя земля, мои правила, моя земля, мои правила. Это наша русская земля. Почему же мы работаем, как рабы на галерах? Все мы в жилищном рабстве, в квартирах с непомерными коммунальными платежами. Почему нас и наших детей открыто травят в магазинах ненатуральной едой, от которой мы болеем и становимся рабами уже не коммунальной, а фармацевтической мафии? Почему внутренние войска, которые обязаны служить своему народу, разгоняют этот народ, служа слугам народа, которых выбирает этот народ, вместо того, чтобы поддержать требования людей и выполнять волю избирателей? И последний вопрос. Как нас, славянский народ, заставили убивать друг друга? Детей, матерей, стариков, которые отдавали свою жизнь, защищая нас, нашу землю. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Вы никогда не думали, что нами целенаправленно манипулируют, делая из нас рабов? Давайте просто допустим, что это так. Условно назовем этих рабовладельцев тайные жрецы. Как же управлять целыми народами? Разделяй и властвуй. В народ внедряются новые идеологии, учения, религии, создаются новые языки, гимны, флаги, границы, новые государства, элиты отделяются от простого народа. Разделение идет внутри одного народа. А после разделения единого народа начинается война на истребление. Войны как внутри государств, так и на их границах. Не все это управляемый процесс извне. Он не может происходить спонтанно. Вы скажете, не может быть. Не может быть, что кто-то сидит и управляет этой великой шахматной доской. Пример. Помните историю времена Македонского, когда Индия была великим, непобедимым, мощным государством с единой ведической культурой, с единым языком? Помните, да, что даже Македонский не смог завоевать ее?
Англичане внедрили в Индию новую религию. После искусственных провокаций начались религиозные войны. В итоге от Индии отделили Пакистан, изменили языки. Теперь этим некогда единым великим народом проще управлять с помощью все тех же провокаций и ручных СМИ. Я не буду рассказывать, какие сверхприбыли получают во время войн и кто их получает. Вы это и сами знаете. Зачем далеко ходить? СССР – единая, мощная, непобедимая держава. Все жили дружно, росли счастливые дети. Что было дальше? Все мы знаем. Разделяй и властвуй. Нас разделяют и нами владеют. Кто? Нетрудно догадаться. Только вот так называемые великие шахматные игроки не учли одну маленькую вещь, но о ней чуть позже. Для того, чтобы понять, что сейчас происходит на Украине и в России, надо посмотреть вглубь истории, что происходило последние столетия. И мне не важно, как вы называете землю, на которой я живу. Украина, Россия, СССР, Российская империя. Мне важно, что это моя земля. Мне важно, что мы единый народ. Я называю ее коротко Русь. Кто только не лез на нашу землю. Их было много войн, провокаций. Нас хотели сделать своими рабами и крестоносцы, и Наполеон, и фашисты. Но наш народ был непобедим. И вот что сказал 150 лет назад Бисмарк. Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины. Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравив две части единого народа. И наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все остальное – дело времени. Это было написано 150 лет назад. И они планомерно шли к выполнению этой цели. И в Западной Украине немцы вырастили таких предателей. И когда в 41-м году фашисты напали на нашу землю, бандеровцы уже ждали своего часа и с радостью начали убивать славянский народ, сжигать целые села вместе с детьми, с беременными женщинами и матерями. Но когда наши деды победили фашизм и дошли до Берлина, к тому времени нацисты вывезли уже все золото, все ценности, которые ими были наворованы. И всех людей, которые спустя пару лет возглавили ЦРУ. Один из них был Алан Даллас, который стал директором ЦРУ и уже в 46-м году написал то, о чем лишь немногие будут догадываться. Посеяв в Советском Союзе хаос, мы незаметно подменим им ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Литература, театр, кино – все будет изображать самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства. В управлении государством мы создадим неразбериху. Мы незаметно будем способствовать самодурству чиновников, взяточников. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, предательство, национализм и вражду народов, и прежде всего вражду и ненависть к русскому народу. Все это мы будем ловко и незаметно культивировать. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит.
Но таких людей мы поставим в беспомощное положение. Превратив в посмешище, найдем способ оболгать, объявить отбросами общества. Ну вот это был план Далласа. То есть Даллас — это продолжатель идей уничтожения нашего народа. Ну вот, в принципе, они и достигли своих целей. Но есть одно «но». Генетика нашего народа, единого народа, не приемлет лжи и не принимает ее. И так называемый народный дух начинает просыпаться. И нам уже не важно, как нас называют украинцы, русские, москали, укропы или сепаратисты. Мы единый народ. Наши деды били фашистов. И мы будем их бить. Мы за единую Русь. Но у нас единый народ. И Украина начинает просыпаться. Братья мои, я украинец. Я люблю вас. Я горжусь вами. Я рад, что мы пробуждаемся. И планы их обломались. И Бисмарка, и Далласа. Потому что у нашего народа есть свои планы. И они уже начинают воплощаться. В честь Дня Победы, по оценкам полиции, по всей стране вышли более 600 тысяч человек. А русских невозможно победить, но русским можно привить ложные ценности. И тогда они победят сами себя. Несмотря на то, что новая фашистская власть на Украине переписала под себя историю, изменила идеологию народа, но она не смогла запугать этот великий народ, который помнит победы своих предков. Порошенко и вся власть, преступники! Зачистите! 9 мая, несмотря на провокации и противостояние фашистской хунты, народ вышел на улицу Украины с фотографиями своих дедов, которые воевали против фашизма. Мы здесь выросли, всю жизнь жили, и с дедушкой я ходила всегда на День Победы. И всегда буду ходить. Как можно подменить историю? Как можно подменить историю? Я русским родился, еще мои прадеды с турками здесь воевали. Что характерно, полиция встала на стороне народа и защищала его, арестовывая фашистов. Все это в свете мировых перестановок, многоходовок, победы над терроризмом в Сирии наводит на мысль, что скоро начнется суд над нацистами в Украине. Все делайте для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому посмотри на меня. Глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? А вы что для этого сделали, для прекращения огня? А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались. Поздравляю вас всем со второй годовщиной Великой Победы советского народа над немецко-фашистским захватчиком. 72 года назад наш народ нанес сокрушительное поражение самому страшному злу, которое было в истории человечества, фашизму. Обращение ко всем братьям-славянам на Украине, белорусы, там, русы, нам нечего делить. Сейчас настали именно те времена, когда нам нужно объединяться. Что такое есть наше товарищество? Бывали и в других землях товарищи. Но таких, как в русской земле, таких не было товарищей. Пока мы не возьмем в руки обычай, пока мы не объединимся, великороссы, малороссы, белоруссы, сербы, хорваты, чехи, так оно и будет продолжаться. Хотя бы народ Триглав надо объединить сейчас. Славянский род – единый народ. Нам не хватает объединения. Нас много – Красно, Белорусь. И еще какая, я не знаю. Я Русь единой зрить желаю. О, крепни дом, о, слава Русь! Все мы знаем, что миром правят деньги.
Это плохо? Да, это плохо. От этого все проблемы. От этого отсутствие совести, от этого войны, проститутки, грабежи, рабство и предательство Родины. В чем заключается базовая власть денег? В том, что без них останешься голодным. И чтобы не голодать, пойдешь в проститутки, на арабскую работу или в войну под чужие знамена. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп. Так как сделать, чтобы деньги больше не правили миром? Легко. Лишить их той самой базовой власти. Поскольку базовая власть денег в том, что без них останешься голодным, надо отвязать наличие еды от наличия денег. Есть на свете нечто более сильное, чем все войска. Это идея, время которой пришло. В мире сформированы сегодня уникальные предпосылки для бескровного перехода на новую концепцию развития человечества, к организации его жизни по-божески. Надо отвязать наличие еды от наличия денег. Как отвязать? Предоставить всем ресурс, производящий еду без денег. Такой ресурс, доступный для всех, может быть только один – земельный надел, полностью отвязанный от денег, то есть бесплатный, необлагаемый налогами и непродаваемый. Моя земля, мои правила, моя земля, мои правила. Каждый солдат дает присягу защищать Родину и свой народ. За нашу землю проливали кровь наши пращуры, берегли ее тысячелетиями. Где граница его Родины? Она размыта реформами либералов и демократов. Нефтяная труба поливает Россию долларовым дождем. На кого именно? Олигархи, приватизировавшие нефтяные предприятия, получают до миллиона долларов в месяц, в то время как рабочие, обеспечивающие ему этот доход, не получают и тысячной доли. Разве это демократия, когда малоимущие солдаты или офицеры России обязаны защищать многоимущих, их особняки на Рублевке и подобных им в других регионах страны? Такое положение дел не может продолжаться бесконечно. Оно неизбежно приведет к революции, лишению собственника его предприятия и свержению правительства, допустившего подобную несправедливость. Народ устал от революции. Хватит. Нам они не нужны. Грядут перемены. 100 лет назад в России произошла революция. Это был незаконный захват власти лицами всем известной национальности. Причем революция эта была произведена за русские деньги, которые Николай II вложил за границу. Купили на них русских генералов, которые предали свою родину и поддержали Ленина и Троцких. Причина. В чем же причина была этой революции? Причина была в том, что верхи заворовались и не было наказаний. Сейчас, 100 лет спустя, ситуация повторяется. Просто денег нет. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Народ выходит на улицу отстаивать свои права. На улицах в основном молодежь. Смотрите на Москву. Сколько денег уходит на дороги, на содержание там, мегаполиса. Нужно расселять мегаполис. Нужно давать по 1 гектару не только на Дальнем Востоке. Нужно давать всем россиянам. Тогда, возможно, им некогда будет выходить на революцию. Будут садить сады, выращивать детей. Все свободные территории отдавать людям, неиспользуемые забирать у олигархов, которые их скупили, по 1 гектару бесплатно всем. Это сразу решит самый главный вопрос России – рождаемость, здоровье и предотвращение революции. Но только этот гектар ни в коем случае не должен облагаться налогами. На что тут кремлевско-монгольское иго? Почему мы должны платить за свою землю, за которую наши отцы и деды проливали кровь?
Беларуси началась революция. Майдана в Беларуси не будет. Перестаньте об этом думать и говорить. Даже предпосылок к этому нет. Уходи! Народ сметет. Ну а кто народу помогает? Конечно, Госдеп. Эйфория русских политиков после выборов Трампа прошла. Все видят, что от перестановки слагаемых политика Америки не меняется. Америка проводила и будет проводить оранжевую революцию для захвата всего мира. Вернее, его остатков. Россия и Беларусь. И эти революции произошли одновременно. В Белоруссии и в России. Начало. Грядут перемены. Срочно нужно убирать все налоги с малого бизнеса. Уничтожать коррупцию на корню. Для этого должна быть прозрачная система движения денег в России. Мы и так знаем, куда они движутся. Чтобы народ начал доверять своей власти и перестал выходить на такие митинги по свержению коррупционеров. Нужно сделать поток денег прозрачным. Тем более выборы президента скоро. А это ох, во что может вылиться. А до выборов осталось немного. Нужно срочно принимать народные законы и отменять антинародные законы. Нужно дать возможность всем партиям идти во власть. А вот я знаю, допустим, родная партия, которую не пустили на выборы. И эту партию поддерживает народ. Нужно изучать КОП, изучать историю, почаще бывать на природе, чтобы привести свои мысли в порядок и набраться сил. И не вестись как стадо на таких дудочников, как Навальный. Все знают, кто ему платит деньги. Американский Госдеп. И он этого не скрывает. Просто скромно отводит глаза. Но сейчас общество в таком состоянии, стоит только чиркнуть спичкой, и оно взорвется. И это может сделать даже Навальный, если наш уважаемый Владимир Владимирович не примет народные законы, которые от него требует народ. Мы собрали более 200 тысяч подписей за принятие закона о родовых поместьях, но Путин его до сих пор не принял. Зато пока бодро принимаются всякие налоговые нагрузки, от которых идет только повышение цен и ухудшение уровня жизни народа. Вор должен сидеть в тюрьме! Вор должен сидеть в тюрьме! Вор должен сидеть в тюрьме! Обратите внимание, когда происходят революции, в первых рядах идут святые и подонки. Подонки потом убивают святых. Потом убивают подонков. В любом сломе систем на первом плане идут биологические подонки человечества. Народ устал от революций. Хватит. Нам они не нужны. Выход есть. Делиться по справедливости. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Надо сделать так, чтобы у российских солдат, офицеров и генералов была малая родина, и им было что защищать. Нужен справедливый закон. Каждому гражданину Российской Федерации предоставить безвозмездно в пожизненное пользование 1 гектар земли с правом передачи по наследству, без права продажи, для обустройства на нем родового поместья. Продукция, произведенная в поместье, как и сама земля, не облагается никакими налогами. Участок является неделимым. Нам не нужна земля в частную собственность. Частную собственность можно продавать, сдавать в аренду. Поэтому мы против. Нужен такой закон. Пожизненное пользование. Более того, государство должно содействовать народу на всех уровнях власти для реализации создания инфраструктуры поселений, состоящих из родовых поместьй. Появляются поселения нового типа с развитой производственной, инженерной и социальной инфраструктурой. Такой опыт, конечно, нужно обобщать и распространять. И тогда российские женщины захотят рожать детей. И пожелает родить его дома, в благоприятной обстановке, а не в кресле, которое слышало стоны и вопли сотен рожениц. И тогда каждый россиянин не допустит беды на родной земле. Ему будет что защищать.
потому что у него будет его малая родина. Не мнимая, а настоящая, с родовыми деревьями, садом, прудом. Это маленькая родина, сердце каждого солдата, сбережет страну, народ, наших потомков. И пусть миллионы цветущих садов оживят воздух, воду и самого человека во имя любви и вечности. Как только у народа появляется отвязанный от денег ресурс, производящий еду, так становятся невозможными киллеры и проститутки. Разбой и грабежи, войны и предательство Родины. Дядя Сэм вынужден платить справедливо. Ибо попробуй не заплати справедливо работнику, просто плюнет тебе в банкомат и уйдет к себе в огород, где бесплатно растет своя еда. И никто на твою страну не нападает извне, ибо все будут знать, что за свою землю ты будешь драться в 10 раз сильнее, чем за любую идеологию или чей-нибудь профит. Родовая земля для каждой семьи есть основа совершенного общества. Мессианскую роль, которая заключается в воспроизводстве нашей национальной культуры, наших традиций, нашей исторической идентичности, национальной ментальности и духовно, если хотите, нравственного кода нашей нации. Только сельские территории это дают. Города эту миссию не выполняют. Великие гении всегда рождались на земле, на великом труде. А этот труд – это земля, а это новые рабочие места, а это рождение детей нового поколения, а это нынешний материнский капитал. Да на сегодня на землю. Да рожайте, бабы, сколько хотите. Да таких деточек, что нигде в мире не найдешь, потому силу, крепость, здоровье земля, матушка, дает нам. Потому что и рождаются детки здоровыми, гениальными. Вы посмотрите, по всей России все гении, они практически все вышли из деревень. Они пришли от земли, они надышались этой землей, они увидели великий труд своих прародителей, они увидели, как это рождается земля, как получается хлебушек, как мама коровку подоит и какое парное молочко. И здоровенькие, крепенькие детки рождаются вот на этой земле. Поэтому мы обращали обоснование по федеральному закону к Путину о том, что примите во внимание, что 60-е годы, когда люди уходили в города, их насильно назад не вернут. Должна быть такая идея, которая была выдвинута Мегре, она должна быть укреплена федеральным законом, который помогать должен людям обустраиваться, не на пустое место приходить, а чтобы были какие-то дотации, чтобы люди заинтересовались, люди пришли на эту землю. Принятие одного закона это не решает весь вопрос. Объединение народа и правительства и одной единой идеей это даст такой толчок, который остановить невозможно. И тогда многие заброшенные деревни с художественными пейзажами будут заселены молодежью, которым будет интересно жить, которые будут заинтересованы не только материнским капиталом, но и теми дотациями, которые дают, например, в нашей области медработникам. Они приезжают в деревню, им дают по миллиону, им дают жилье. Почему бы не поддержать и Путину? Нас поддерживает, например, Савченко очень хорошо. Нужен закон, который открывает те великие возможности в развитии заброшенных земель, которые бурьянами заросли, никому не нужны. Там ведь и свое производство, и рабочие места, и рождение детей, и все можно сделать. Нас слышат, мы говорим с руководством, нас слышат все. Но надо говорить, для этого нужна нам и родная партия, для этого нам нужно и в земское собрание идти, разговаривать в земском собрании, потому что социальная жизнь очень активно идет сейчас. Сейчас действительно, как сказал Путин, не народ для нас, а мы для народа должны сделать. Прислушивается к голосу народа, и можно добиться этого. Но для этого нужны депутаты и в областной федерации, и в районной, и в земском собрании. Важный элемент политики, в обеспечении политики государства обеспечить высокий уровень социального доверия. При высоком уровне социального доверия происходит рост экономики. При низком происходит разрушение экономики. Не только экономики, но и морали, нравственности, политических систем. Потому что большое количество конфликтов разрушает весь политический результат. Смотрите, образец для подражания любой из поселений, которое я называю, люди разных национальностей и конфессий начинают доверять друг другу. Уровень социального доверия растет. Это потрясающий результат. В том числе этот эффект позволит вскоре
полностью исчезнуть такому явлению, как терроризм, от которого страдают люди. На сегодняшний день мы видим, что поселения, люди разных национальностей, разного вероисповедания находят между собой общий язык и создают общее будущее вне конфессии, вне национальности, вне своих предыдущих убеждений, увлекаясь этой замечательной, прекрасной идеей, которая с таким совершенно волшебным флером вокруг себя образует общество более мирное. Хранители земли, аристократы духа, арии в 100 крат, храните Русь, и Бог вас сохранит. Когда вы в первые почетные ряды, не убоявшись смерти и позора, восстанете, и головным дозором народ свой уведете, аль сбережете от беды. Страшна славян постигшая беда, страшнее войны эпидемии, апокалипсиса и страшного суда. Не за грехи казнил безжалостный палач, за добродетель. А наша задача – народы объединять. В этом наша сила. Разделяй властвуй, а у нас что? Созидай и царствуй. Вот будем царствовать скоро. У царства законе, не смей менять, твоя сынок земля, богатая твоя сынок земля, богатая, пол царства законе, не смей менять. 1000 раз западная цивилизация проигрывала русской. Тогда непобедимую Русь решили возглавить и развратить изнутри. Русский народ стали считать быдлом, насильно спаивая и лоббируя свои интересы. Но их система дала сбой. Кто они, эти пастухи? Сначала иноземцы, возимые царями-самозванцами, а сейчас... Они и сегодня рвутся к управлению нами, пытаясь за деньги купить власть над русским народом у самого же народа. По сути, власть над нашими детьми купить у нас, их родителей. Но они снова ошиблись. Никто из власть имущих не ожидал, что простой люд может объединиться и создать свою национальную идею. Появляются поселения нового типа с развитой производственной, инженерной и социальной инфраструктурой. Такой опыт, конечно, нужно обобщать и распространять. Никто и не ожидал, что народ может не только создать, но и воплотить свою национальную идею, а также создать свою народную, родную партию и провести такой масштабный проект, как «Родной мир». Для меня это встреча с добрыми друзьями. Русь всегда выстаивала в единстве. Любовь пришла. Для меня это же народный проект, он идет снизу. А наше правительство, наш президент, он давно ждет такой хорошей народной поддержки. И мы твою лепту тоже в это вносим. Нас будут встречать города 45 регионов России, Белоруссии. Мы не одни едем, будет целых 5 веток караванов, все стартуют сегодня, 4-го. И вместе мы все собираемся 22 марта в городе Ростов-на-Дону, там будет большой фестиваль. 1000-й зал уже снят. А наша ветка, вот Курган, следующий город, потом Челябинск, Стерлитамак,
Самара, Саратов, Рязань, Тула, Ростов-на-Дону. Так что от Первого Уральска всем городам мы будем передавать привет. Огромный. Везде же русские, везде родные. Ура! Любые невзгоды, любые трудности, они объединяли людей. Я думаю, что сейчас не будет исключений. Потому что русские по духу, потому что Русь моя земля, потому что мать моя славянка, и меня в России родила, потому что прадед мой покровец за Россию нашу в землю лег. Вспомнит нашу вольных героев. Знаю, помнит не один народ. От чумы коричневой всю землю русские солдаты сберегли. Не подбрасен подвиг их за двенью. Поклонюсь им в пояс до земли. Сейчас так получилось, что наши братские народы пытаются разделить, и очень сильно пытаются. И не только сейчас, это уже давно происходит, потому что кому-то там невыгодно, чтобы братья были сильными. Но только вместе мы сила. Только вместе, в дружбе, мы имеем большой вес и великое будущее, славное, доброе для наших детей и для наших предков. А как нас завоевывали, вот этот единый мир раскололи потихонечку. Начали сначала одну часть территории захватили у нас на Руси, ну или на земле, да. Там поменяли уклады, устои, переформатировали мышление, образы в людях. И они потом стали натравливать, что вот те, которые там, ваши соседи, они на самом деле неправильно живут, у них неправильные мысли, неправильные образы, и их надо захватить. И на самом деле это была наша раньше территория. И они захватывают ее. Потом там на этой территории тоже типа, в процессе там 100, 200, 300 лет, там, тысячелетия происходит, формируют свою какую-то страну, называют ей там страной какой-то, придумывают ей флаг, придумывают ей гимн, придумывают ей культуру какую-нибудь. И так они дальше начинают делить и откалывать в свой тот мир. Академик Табоцкий, вы знаете кто? Лучший археолог, вы понимаете, ну просто директор Института археологии Национальной академии наук. В своем последнем политическом интервью оно так и звучало. Он произнес фразу, сакраментальную фразу. Вот задумайтесь вы над ней. Это сказал академик Толочка. Он сказал, мы больше русские, чем они. Но тот мир, я это называю западный мир, вот он самоуничтожаем, потому что зло само себя уничтожит, потому что они вот переходят, например, там, на однополые браки там, и тому подобное. Это говорит о том, что они просто не способны жить. На самом деле мы их уже победили, друзья, по той причине, что мы их победили на самом высоком уровне, на уровне мечты, на уровне методологическом. Когда, например, раньше, когда распадался Советский Союз, у нас огромная страна была, у нас был огромный арсенал оружейный, нас все боялись, но нас победили тем, что мы сами хотели поехать в Америку, на Запад, думали, там красота, там вот жизнь начнется. А сейчас, когда мы вкусили этот Запад, эту Америку, Европу, мы поняли, что не все так сладко. Есть, конечно, хорошие вещи, и там прекрасные люди живут. Но вот там оно все так закручено, и что нам уже не хочется туда ехать. И это самое главное, что произошло в нашей стране. И за что я благодарю, к примеру, Россию, то, что сейчас Россия начала верить в себя. Люди начали обращать внимание на свои красивые места и отправляться туристами туда, изучать родной край. Стали изучать свою родную культуру, стали внутрь себя заглядывать.
стали разбираться с самим собой и находить эти основы, эти мечты, которые в нас заложены еще давным-давным-давно. И этот мир сейчас, этот мир, который я вот называю для себя русский мир, он расцветает, и у него, ну, большое будущее, это как ни крути. Об этом говорили все философы, все предсказатели, они об этом говорили, что с России начнется рассвет. Удалось. Я пришла в компанию, когда сказала, что, ребята, хочу концерт бардов, вот прям соскучилась, прям хочу всех увидеть. А они говорят, добро, давайте концерт бардов. Потом я посмотрела, думаю, боже мой, куда я всех затянула, это же целый проект. Книжечку, огромный проект. «Родной мир». Я Наташе звоню, говорю, Наташа, ты это понимаешь, читала или нет? Ты понимаешь, что это вообще такое? Страшно. Я говорю, мне тоже страшно, но что ж, сказали, мы собрали всю команду и сказали, ребята, мы пойдем в это. Ребята сказали, мы в это пойдем. Все организации, к которым мы обращались и рассказывали, презентовали свой родной мир, откликнулись. Русский мир – это русская культура. Нужен для того, чтобы перестать говорить и начать делать. Потому что вот уже проект «Родной мир» показал, что объединившись, люди могут сделать много хороших дел. Конечно, я вижу, во-первых, это родовые поместья, которые окружают города. Города уже разгрузились, но города тоже цветущие. То есть предприятия уже направлены на какую-то экологическую деятельность, и производство вредное практически уже их не будет. Все будет утилизовываться. В городах будет чистый воздух, и за городами чистый воздух. Люди будут сами выращивать свои продукты, жить в общении с природой. И, конечно, это будет социально справедливое общество. Я думаю, не будет олигархов, не будет богатых и бедных. Все люди будут иметь высокий уровень благосостояния благодаря разумно продуманной экономике и образу жизни. Средь каменных джунглей, бетонных гробов, безликих витрин и общественных зданий, где люди не люди, а стадо рабов, своих животов и корыстных желаний, где волк человек человеку давно, и братья друг другу копают могилы, лишь сильному выстоять здесь суждено. Но здесь даже сильный лишается силы, у нас отнимают ее суета. Погоня за прибылью, жаждаю денег. Кончается сила, в душе пустота. И вот уже сильный стоит на коленях. Как жадный вампир, не щадя никого, сосет город силу из нас год от года. Но против смертельного смрада его у нас есть союзник, живая природа. Цветов аромат, а не копоть и гарь. Просторы бескрайних полей вместо пробок. Так пращуры наши великие всталь с природой матерью жили бок о бок. Они в этой почве покой обрели, но в пении ветра я слышу их голос. Живую энергию русской земли хранит в золотистых полях каждый колос. Сейчас о корнях позабыл человек, к природе относится как потребитель. Бухает и гадит в лесах и у рек, не помня о том, кто его прародитель. Но если у дерева корни отнять, то долго ли дерево это протянет? Неужто ли люди не могут понять, что с ними без корня родного их станет? Не зря слово «род» — корень слова «народ». Не зря слово «род» — корень слова «природа». Не зря тот, кто род свой не чтит, тот урод. А выродок тот, кто отрекся от рода. Наша цивилизация не первая. И, к великому сожалению, если неправильно
будем жить, то и не последнее. Предыдущие цивилизации стирали с лица земли, поскольку они нарушали как раз образ жизни по-божески. Сейчас во всем мире регулярно обсуждают то, как сделать крупные города экологичнее и безопаснее для жизни. Но пассивному ожиданию перемен многие предпочитают действия. Каждый из нас ищет свое счастье, свой путь. Если ты идешь чужой дорогой, ты несчастлив. Если же ты возвращаешься на свою родную тропу, к своему предназначению, делаешь дело, которое тебе нравится, и идешь верным путем, то тебе будет дан знак. Ты счастлив? Это ощущение счастья. Летели птицы, их не вернуть. Я напьюсь водицы и отправлюсь в путь. По дороге широкой, по земле родной, будет путь далекий. Когда ж вернусь домой, мне бы лететь бы, да в чистые поля, мне бы лететь бы, да тянет мать сыра земля. Мы в детстве мечтали быть счастливыми. Мы выросли. Вы увидели вокруг столько несчастных людей, хотя все шли в одном направлении. Может, нас увели от истинного счастья к ложному. Так что такое счастье? Многие из нас мечтают заработать денег, чтобы купить все это. И деньги – это еще одна разводка. Этот образ прививается всем людям Земли, как образ счастливой жизни. Но это все не имеет никакого отношения к счастью. Повстречаю старца, отче, подскажи, в жизни разобраться, да поможи. Камень у дороги, да не просто так, два сокола взлетели. Там чудеса творятся, там человек заново рождается каждый раз. Представляете, он может, не ходя ни к каким проповедникам или там кому-то, может просто зайти и очиститься в бане. Ой, баня, баня, русская! Акции, да, повышение, ага. Сейчас, подожди, я в бане попарю, сейчас разберемся. Казачки, казачки, давай я на люди. Хорошо. Помаши, помаши, помаши. А ну, Илюха, давай-ка пару. Когда по всей Европе эпидемии гуляли, Россия этого миновала спокойно. Не было в России эпидемии никогда. Города не вымирали. Ни чумы, ни холеры. Мылись, потому что постоянно в бане. Душа отдыхала. Мне по спинке розовой пробирается костей.
Руки убери! Давай! И пошел! А-а-а! Они сами не поняли, что они сделали. Они ж нас работать заставят. Если раньше на огороде работал каждый там десятый, сейчас будет каждый пятый. Если раньше я на завод шел, и для меня это кабала была, а сейчас это подвиг. Сейчас мы праздник проводим, и это для нас наш рубеж обороны. Русскому только дай предмет для обороны. Обороняться-то мы умеем. Вот пока не пнут, не полетим. По принципу, чем хуже, тем лучше. Да. А как пнули, так пошло. Это наши предки, это наши обычаи. Это то, чем мы живем. То, что не дает нам исчезнуть в веках, то, что тысячелетиями передается из поколения в поколение, из уст в уста, чтобы каждый следующий наш ребенок, каждый следующий наш потомок видел, что так можно жить. И так жить интереснее, выгоднее и по душе. Нам так долго вводили на повседневность синтетические вещества, наркотики, алкоголь, табак. Все эти люди хотели быть счастливыми, но их обманули. Сейчас России навязывают западный путь развития, демократический. Демократия – это же хорошо. Болгария, Латвия, Румыния, Югославия, Украина – это наши славянские страны, которые стали нищими, доверившись Западу. Россия – последний островок русской цивилизации, и от нас сегодня зависит, по какому пути мы пойдем. Ну да, с 90-х годов россияне познают, что такое демократия по-американски. Ухудшается образование, идет растление молодежи, потерялись истины, культурные ценности. И мы все дальше заходим в технократический тупик. Сейчас уже все видят истинное лицо Запада. И весь мир с надеждой смотрит на Россию, у которой есть свой путь развития, своя национальная идея. Сейчас мы погружаемся в век технократии. Но чем сильнее мы зависим от техники, тем слабее наше здоровье. А когда вы в последний раз испытывали счастье? Не минутное от покупки, а настоящее человеческое счастье. Например, счастье красивого, здорового тела. А ведь это может, причем совершенно бесплатно, подарить лишь природа. Ее чистый воздух, живая вода, натуральная еда. Мне бы хотелось, чтобы мои дети гуляли не среди машин на шумных улицах, а среди цветов на луках. Дышали не гарью дорог, а ароматами лесов и полей. Жили не в виртуальном, а в реальном мире. Ведь это такое наслаждение. И как было бы здорово все достижения нашей цивилизации объединить с гармоничной жизнью в каком-нибудь прекрасном уголке природы. Это, конечно, только мечта, но кое-кто уже воплощает ее в реальность. И мы познакомимся с этими людьми. Наш автопробег пройдет не только по городам, но и по поселениям нового типа.
Поселение Райское. Райское поселение. Год назад, наверное, мы тоже попытались сделать закон здесь в Тюмени. Мы его, значит, отдали в областную думу на проверку. Вот это надо, да, не соответствует, вот это, значит, в разрез вот этого закона. Когда его сделали так, как вот чиновники, например, то называть его законом каким-то о родовых поместьях, это вообще что-то такое непонятное. Я считаю, что такой закон нужно, значит, как в 17-й с винтовкой в руке. Вот тогда получится. Мы находимся в поселении Райска Тюменской области. Очень интересное поселение, больше похоже на коттеджный поселок. Но самое главное, что большинство людей, которые здесь живут, процветают и строятся, продолжают нести идею родовых поселений. Здесь стоит побывать, если ты здесь не был, если ты все еще здесь не был. На месте семьи Бигдаировых. Гостеприимные хозяева часто встречают гостей, вместе проводят время, музицируют. Для меня родовое поместье – это как раз то место, которое человек ищет на своем жизненном пути. Говорят, найти свое место. Вот это место как раз и есть там, где ты ощущаешь себя в пространстве, в единении со всем своим родом. Где ты ощущаешь вот эту связь без границ. Как жили твои предки? Какими были мои воплощения? Как будут жить мои потомки? В родовом поместье эта связь начинает вибрировать и создавать вокруг себя такое поле, в котором мои способности, способности моего рода проявляются с наибольшей силой, где я могу творить, где я могу проявлять себя и, самое главное, где я могу любить с той чистотой, с которой передал нам это ощущение Творец. Это то место, которое будет на века. Это то место, куда я захочу возвратиться, если меня здесь не станет. Родовое поместье – это огромная мастерская для проявления всевозможных талантов человека. 26 февраля Госдума приняла в работу законопроект о родовых поместьях. Как я понимаю, вы сделали для этого все возможное. С чего дело началось и к чему вы стремитесь? Ну, дело началось с того, что мы занялись строительством поселения, состоящим из родовых поместьй. Хочу жить на земле, да, на своей земле. Да, да, на своей. Вот. И, собственно говоря, занимались около 3 лет строительством этого поселения. Баданием с законами, соседями, решением, собственниками. Решением вопросов. Аккуратно, как скажем. Правильно, да, как правильно оформить все это дело. Вот. После чего... Пришли в тупик и поняли, что на местном уровне, к сожалению, этот тупик решить невозможно в связи с некоторыми недоработками, скажем так, в законе. Нам придется искать поддержку, наверное, в федеральном центре. Ну, а раз федеральный центр, то, конечно же, это президент. У нас есть один человек, который решает все вопросы. Да, да. У нас есть главнокомандующий. Нам сказали, главнокомандующий. И мы поехали к главнокомандующему. Наконец-то возможно доверие тем, кто правит сегодня страной моей. Наконец-то на жизнь хватит времени, и вернется все то, что потеряно. Я у вас то немногое попрошу, что дано человечеству. Любя, вы едина судьба и мечта моя. Мне снится живая земля. Подарите мне родину. Нет родины у большинства живущих на земле людей. Ну как же нет? Как же нет? У россиян Россия, Англия у англичан. Считаешь ты, что родину свою границей нужно мерить? Ну да, так принято. У каждого государства есть свои границы. Ну а если б не было границ, тогда чем родину свою ты обусловить мог? Ну, не знаю, селом или городом, где ты родился. А может, вся земля могла б стать родиной для всех? Могла б. Могла б и вся земля быть родиной для каждого живущего на ней. И все вселенское ласкать могло бы человек. Но для того соединить все планы бытия в единую необходимую точку,
ту точку Родины назвать своей, в ней сотворить с собой любви пространство. Все лучшее вселенское соприкасаться будет с ним, с пространством Родины твоим. Тебе служить все будет, как Бог, Создатель наш того хотел. Стоп, 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 Анастасия, давай, говори яснее. Я не понимаю, что за планы бытия, которые надо соединить, и что за точка, что Родиной могу назвать своей. Сейчас, сейчас ты все поймешь. Сначала выбери из всех благоприятных на земле мест свое, тебе понравившееся место. Место, в котором ты захотел бы жить, и детям пожелал их жизнь прожить, и правнукам ты станешь доброй памятью. В том месте на века гектар земли возьми. Но настало время, Владимир, начинать. А главное, что и сегодня каждый может строить дом, с собою Бога чувствовать и жить в раю. Одно мгновение лишь живущих на земле людей от рая отделяет. Осознанность у каждого внутри, когда осознанность и постулаты не мешают. Сами справились. Здесь есть ощущение свободы. Для меня очень важно в жизни иметь свое пространство. Там я жила на третьем этаже, и там так выйти во двор, потянуться, солнышко улыбнуться, порадоваться, как птички поют, там такое невозможно. А здесь свобода, здесь свое пространство. Здесь выходишь и делаешь, что хочешь. В общем, самовыражаешься, как хочешь. Вот это здорово. И своя земля, все садим сами, и оно все любит в ответ. И это ощущается, вот это пространство, которое, оно как благодать. Ой, ты, Русь, святая мать родная, реки да поля. Сейчас для меня счастье – это дети. Когда они родились, я поняла, что до этого счастье для меня было в каких-то эфемерных, ненастоящих, каких-то вещах, каких-то там поездках. А когда родились дети, я поняла, что это настоящее предназначение женщин, то, для чего я вообще родилась. И сейчас счастье – это в детях. Здесь первое, что я не мог привыкнуть, что не надо на работу, никуда не надо торопиться. Мы будем сеять и пахать, мы будем дальше сотворять. Нас воскресит земля родная, любимая. И слава, и душа одна, и Родина на всех одна. Она моя, Русь святая. Родом Русина, красою жены, честью мужей. Родом Русь светла, молитвами наших отцов, матерей. Родом Русина, и смехом наших любимых детей. Родом Русь светла, держи своих корней. Отцов, матерей, родом Русина,
Вот настоящим вольным человеком я почувствовал себя только здесь. Это ни с чем не сравнимое чувство воли, которое вот я до сих пор не могу полноценно осознать. И когда переехали, у меня вот это состояние счастья, оно добавилось. Ты вот выходишь, тут дом, сразу вот поместье родное. Здесь речка, где можно купаться, когда хочется. Тут свежий воздух, лес, ягоды, грибы. Вольная жизнь, она только здесь возможна. У нас засилие ГМО, засилие вообще вот привозных продуктов. То есть сейчас это просто это детей выращивать на своих овощах, фруктах, это, по-моему, сейчас вообще святое дело. Потому что экология ухудшается, и надо ее хоть как-то обратно восстанавливать. Это мнение разделяет и сосед Аси Александра, Андрей. Когда сюда приезжаешь из города, возвращаешься, все становится как бы на свои места. Душа успокаивается и в гармонии. В Святорусии, как и во всех других экопоселениях, запрещено курить, употреблять спиртное, зато творчество горячо приветствуется. Мы сейчас занимаемся тем, что собираем знания и будем это знание передавать дальше, чтобы больше уже никогда не возвращаться к тому, что наше человечество бродило, к этому пути. То есть мы его прошли, получили опыт, мы его для себя познали, приняли и пошли дальше. Наша цель, наше движение – движение родовых поместьй, людей, которые не знают еще, что они придут в эти родовые поместья, что они придут к этому образу жизни. Это золотой век нашего человечества, нашей планеты. Президент Путин предлагает бесплатно раздавать земли на Дальнем Востоке местным жителям и тем, кто хочет переехать в регион. Достаточно ли одного гектара на Дальнем Востоке? Идея правильная и уже в истории России была реализована в Сибири. Продумать нужно все детали. По гектару земли любому желающему в стране, где еще недавно пределом мечтаний были 6 соток. И что, вот как в столыпинские времена, как давали землю в Сибири, здесь вот приходишь, даешь проект и получаешь этот 1 гектар? Даже проект, я считаю, что не надо. Висит карта электронная в интернете, где выделены все те территории, на которых можно получить участок. Мы будем стараться создавать такие оболочки, такие условия для жизни, для работы людей, которые сегодня будут помогать на Дальнем Востоке, а дальше будут помогать на всей территории нашей страны. Каждому россиянину по гектару земли и не только на Дальнем Востоке. Дальний Восток – это, оказывается, только пилотный проект. Наше поместье имеет свое название. Мы его называем «Таежная песня». Мы этот дом построили за 4 дня, за 4,5 дня. Несколько дней назад у нас было мероприятие «Семейный отдых на родовом поместье», где люди, приезжая из города, дается им возможность окунуться вот в естественную атмосферу жизни людей в поселении и семей отдельных, посмотреть, как они вообще живут. Оказывается, людям вот эта информация, она настолько вообще нужна, важна. Им вот эти занятия, они необходимы как кладезь просто знаний, как передача знаний и опыта. Сегодня главной темой областных средств массовой информации стала рабочая встреча президента Владимира Путина и губернатора Амана Тулеева. Мы сейчас выделяем бесплатно все под ноль, земельные участки, все что угодно. Говорим, ребята, стройтесь, вот строй родовые поместья. А когда строится, то уже 30 смежных отраслей за ним тянется. Встает вопрос, а что же у нас является все-таки черной дырой нашей экономики? Я считаю, что именно мегаполисы. Вот курс на мегаполизацию страны является вот такой черной дырой, которая сегодня деньги тратит огромные, проблемы с развязками, со строительством метрополитенов и так далее, и так далее. Огромные деньги. А может эти деньги направить на то, чтобы вообще взять курс на деурбанизацию, давать людям деньги, там, по 3, по 5 миллионов рублей молодым семьям,
и чтобы они расселялись по необъятным просторам Российской Федерации. Мы едем до Москвы для того, чтобы в администрацию президента принести подписи народные и письмо в поддержку воплощения национальной идеи об одном гектаре земли и о построении родовых поместьй. Смотрите, какое хорошее предложение он внес Путину. Давать людям по гектару земли. И сегодня многие удивляются, как заселена Сибирь была. Как? Без войны была заселена. Почему людям землю дали? Я предлагаю сделать заявление, и чтобы нам дали с вами по гектару. Хорошее начинание, очень. Я считаю, это лучшее, что предложено за последние многие годы. Счастье – это, в принципе, самосовершенствование. Это жизнь в гармонии с собой, с природой. Поселение, если брать, то это очень хорошая модель для коллективного взаимодействия, то есть взаимопомощи, взаимовыгодного сотрудничества между людьми. Это место, где люди творят свою жизнь. Возможность для творчества совместного. Хотел бы напомнить слова Ивана Ефремова, который еще в 1969 году писал, что все разрушения империй и государств происходят через утерю нравственности. И это разрушение носит характер саморазрушения. То есть сельская территория – это хранительница нашей вот духовности и нравственности. И если оно исчезает, то и сами понимаете, что исчезает нечто большее. Счастье, иным словом, благодать – это когда ты находишься в таком состоянии, когда тебя все радует. То есть, а когда тебя радует все, мир меняется. То есть единственный способ изменить мир – это изменить свое состояние. А твое внутреннее состояние меняется только на природе. Только матушка природа тебе может дать все то, чего ты ищешь. Там, где начинается и продолжается наш род. Родовое поместье это вообще необходимо сейчас там всем, чтобы спасти нашу Россию, чтобы она цвела цветущим стадом. Счастье – это идти вместе. Сочинять, творить. Творить вместе. Придумывать. Иметь единые цели. Я вот в последнее время жизни тоже вот проникся этими идеями. И сейчас строим родовое поместье, и нам очень это помогает. У нас четверо детей, вот двоих сыновей. Я уже как бы придумал, что, чем им заниматься на природе там. И уже, в общем-то, есть задумка, что вот старший сын Саша, он будет создавать... Из, значит, массива дерева будет делать мебель. Потому что как бы мебель из массива, она гораздо полезнее, приятнее, лучше пахнет, чем из ДСП, там, формальдегиды. Ваня, значит, такой кудрявый где-то бегает. Он, значит, ему 5 лет будет скоро. Он очень любит вообще всю живность, вот там, всяких букашек, он просто это, восхищается, там, когда найдет какую-нибудь гусеницу там, или, значит, улитку. Очень ему это все интересно, и я просто так уже видел, что он к этому стремится. Предложил ему быть как бы старшим по пасеке. Он согласился. Хотел сказать пару добрых слов в поддержку закона о родовых поместьях. Если ты не владеешь своей землей, ее займут другие. С Дальнего Востока идут китайцы. Если мы хотим сохранить землю, нужно принимать этот закон. Я полностью поддерживаю, полностью согласна. Очень хочу, чтобы это все-таки наши депутаты приняли такой закон, потому что это нам нужно. Россия зацветет у нас. Все хорошо станет. Нам будут завидовать другие страны, будут перенимать наш опыт. Чтобы это не продавалось, чтобы это было, переходило по наследству, тогда человек не будет гадить на этой земле, если он будет знать, что эта земля всегда закреплена за его фамилией, за его родом, за его именем. Он на этом клочке земли, это будет конкретно его родина, и он там не устроит помойку ни химическую, ни там техническую или еще какую-либо. Он будет облагораживать, и это будет сад, это действительно будет рай на земле. Люди думают, что сейчас прогресс, цивилизация, на самом деле регресс и деградация. Нужно вспоминать свои законы, свои
правила, как жили наши предки. В области сегодня проходит визит уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации Павла Астахова. Нам уже давно пора заниматься не тем, чтобы тушить бесконечный пожар и заниматься детьми-сиротами, которые уже стали сиротами, а тем, чтобы заниматься женщиной, которую надо поддержать, жилищными вопросами, которые надо вовремя решать. А ведь для русского человека или российского дом – это не просто жилье в юридическом смысле, это жизнь. Вот она есть у тебя или нет ее? Институт по возрождению культа семьи, культа рода, в которых, двух этих культах, все наши беды в отсутствии их. Когда Никита Сергеевич Хрущев начал программу переселения в Хрущевке, когда мы начали строить вот эти многоэтажки, когда люди побросали свои родовые поместья, дома усадебного типа, когда оставили там бабушек и дедушек, разрушились родовые связи. России надо приобрести сегодня великое лицо, которым она славилась. Она славилась всегда общинным образом жизни, родовыми отношениями, сохранениями преемственности и традиций. Это возрождение культа семьи и рода, родового поместья, исходя из этого увеличение строительства индивидуального жилья для крепкой семьи, а не беготни по этажам с убеганием от своих отцов, матерей, тем более заброшенных бабушек и прабабушек. Поселение родовых поместьй Богородское, Пермский край. Нами сделанные самодельные улья по уникальной совершенно системе, позволяющей любому человеку, даже совершенно с пчеловодством незнакомым, любому человеку завести своих пчел, получать ценнейший, вкуснейший сотовый мед. Это ульи, в которых пчелы живут как в природе, как в колоде, как в дупле. И это красиво, у вас будет всегда урожай, потому что пчелы опылять будут ваши любимые растения. У вас будет вкусный, ценный продукт, и у вас будет радость, очередная порция радости в вашей жизни. Родославному привет! Рады мы вас видеть на земле настоящей русской, и спасибо вам от сердца скажем! Люди, пожалуйста, раскрывают вас. Даже если солнца нет для всех, я упираюсь в этом звездной ночи, и на любой вопрос найду ответ, и небо попрошу чуть-чуть помочь. Вот это поселение Родославное. У нас тут в округе еще много поселений. Куда ни пойдете, направо-налево, прямо назад, вы обязательно встретитесь, ну, с родовыми поместьями и с поселенцами. Закон о родовых поместьях нужен? Я думаю, что обязательно нужно донести и показать, рассказать смысл. Очень хочется, чтобы наши мысли дошли до президента, очень. Чтобы он почувствовал, что земля ждет именно народ, чтобы народ пришел на землю. Когда люди спустятся на землю из мегаполисов, построят поместья, прекрасные сады разведут. Будут радоваться, жить, общаться. Так и возродится земля наша, Русь наша. И будет жить счастливо народ, обязательно. Народ это уже понял, и движение идет. Как произойдет возрождение России? Каждый начнет создавать свое родовое поместье. Эвальд, что вы думаете о законе о родовых поместьях? Я услышал про эту идею, будучи в Германии. Родовое поместье – национальная идея России. Она возродит не только Россию, но и весь мир. После Германии я вернулся в Россию. И это была моя мечта. И я сразу здесь вторую мечту обрел. У меня есть поместье. Вот это для меня счастье. Быть на земле, ощущать ее и чувствовать ответную любовь. Вот это и есть счастье. Приехал 3 года назад из Германии. Вот моя жена, супруга Елена. Лена мне посылала книги.
Германию. И я ей обратно уже письма посылал с проектами, как строить. Я хоть и немец по матери, но я как родился русским, так я русским себя и считаю. 3 года назад мы вот так зимой приехали, друзья нас привезли, и мы здесь по пояс в снегу ходили, кувыркались, чертили траншеи делали, чертили план будущего дома. Вот нашего этого глинобитного. Вот таким вот получился домик. Очень теплый, очень уютный. Мы еще в жизни его на замок никогда не закрывали. Как только Владимир Николаевич Мегре озвучил мысли и чаяния Анастасии, возрождение России началось. Возрождение культуры началось. Мысль была заложена, основание заложено, фундамент наикрепчайший. И это действительно должно быть национальной идеей России. Только это. Не так, как в Германии. Национальная идея. Футбол. Ура! Ну что это такое за национал? А здесь, пожалуйста, поместье любви. Да за это поместье каждый будет воин драться и зубами, и чем угодно, коли судьба так расположится. Потому что ты знаешь, здесь каждая травиночка твоя. Как нам это поместье? Мы не успели помечтать, хотим грибы-рыжики. На тебе, пожалуйста, в прошлом году 5 ведер собрал. 5! Это вообще неописуемо. Ну, что такое, везде весь белый гриб у нас нет? На тебе, на одной полянке 18 штук за одно утро вылезло. Кто может поверить? Потому что она живая, родненькая. Человек человека никогда не обидит. Человек человеку может подарить только любовь. А за этим уже стоит все, что это слово наполняет. Все то, что мы в него доброе, радостное, светлое вносим. Посмотреть друг другу в глаза. Посмотреть и увидеть, что в этих глазах напротив целый мир, целая вселенная, воли и проявления Творца. Вот с этих как раз взглядов чистых, любящих, начнется возрождение. Оно уже начинается, потому что очень многие люди объединяются. Этому, конечно же, способствуют родовые поселения, потому что там людям, там хочется раскрываться, идти навстречу друг другу, объединяться. А чувствуешь единение с природой и просто позитив, заряжаешься от всего этого. Мне очень нравится. Родовое поместье – это люди, где живут в мире и согласии со своим родом, со своим вот каким-то высшим началом. Здесь никто не ссорится, здесь любовь, гармония. Радость – это особая духовная мудрость. Она не берется извне, а гармонично рождается внутри человека. Счастье, оно внутри, радость внутри. И, конечно, это сознание чего-то вечного, ну, Бога внутри себя и вокруг, во всем. Например, осознать Бога через природу можно самое простое, наверное, потому что все, что нас уносит мыслями в вечное, отрывает из суеты. Суета — это все неправда, а вот вечное в душе то, что в духе, то, что не проходит, вот, можно понять в природе, например, в родовых поместьях. Здравствуйте, люди добрые! Когда живешь на земле, меняется немножко мировоззрение, становишься как-то добрее. И все равно хочется, чтобы наши дети питались чистыми продуктами, а не с магазина, там неизвестно из чего сделано. Чистый воздух, чтобы был у детей, чистая вода, чтобы можно было попить. Не боясь, не покупая в магазине, неизвестно, что покупаешь. Ну, хочется, чтобы все было хорошо у детей наших, и у внуков, и у правнуков, и так далее. Сколько там, сколько поколений у нас. И живем, в принципе, для того, чтобы вот сейчас... Строим для того, чтобы наше поколение, наш род продолжался. Вот дом складывали, 22 человека пришло сюда помогать нам. И так вот все улыбаются, здороваются, утром встаешь, радостно поздороваться с соседями. Мы уже пришли, здесь было пустое поле. Такой закон, что на официальном уровне людям дали землю. Какую-то помощь людям оказать, например, чтобы дом построить. Чтобы это не растягивалось на годы, на десятилетия, а именно была бы какая-то помощь молодым семьям. И очень хорошо, когда у наших бабушек, прабабушек, дедушек и прадедушек во всех семьях раньше были усадьбы, а до этого были поместья. А потом наших прабабушек и прадедушек раскулачили, да, забрали у них землю, выгнали со своей земли. И поэтому возвращение земли – это и есть возвращение к первоистокам. Это наше родовое дерево. Оно уже такое большое. Ты свободный. Можешь что хочешь делать. А в городе там ездят машины.
я в этом месте, можно сказать, гость с Украины, с Донбасса. В данном месте живет моя дочь, мой зять, которого принял как сына. Вот в этом году они подарили мне внука, растроган до глубины души, но очень рад за них, что они нашли именно в этом месте свой жизненный ореол, ну, свое место для жизни. Родовое поместье, я считаю, что это все-таки то дело, которое нужно возрождать. Я вот, живя на Украине, мало видел этих родовых поместьй, просто я, наверное, не вникал в суть этого всего. Но приезжая сюда, я слышу много разговоров о Анастасии. Мысли она высказывает такие вот животрепещущие, нужные для людей, для молодежи, которые должны ценить все-таки свою землю, то, что она дает для них, для их жизни, вот, ценить свою родину. Родовое поместье, ну, это будущее наших детей. Основная вот, как бы, идея наша, то, что все, что создается, это для них. Наше будущее и их будущее. Ну, мы вам покажем, для кого стоит жить, а вы нас научите, как стоит жить. Идея как раз-таки единение здесь, единение людей в нашей стране. Государство, которое объединяет многие народы. И родовые поместья играют здесь как раз огромную роль, потому что в родовых поместьях люди становятся свободными и стремятся жить, так скажем, обретая кусочек родины, стремятся жить для нее. Поселение находится на возвышенном месте. Внизу протекает река, она как путь, показывающий, указывающий дорогу в бескрайность. На природе хорошо, теплее, а в городе нет. На речке можно купаться. Те, которые просто люди прикоснулись к земле, только они почувствовали, что что-то есть тут, что-то нужно понять. Это уже будет большая радость, это большое будет для Творца, это... Даже не могу выразить мысль. И вы, и ваши друзья, соседи, единомышленники, создаете поселение, инфраструктуру, все за свой счет. Вам не оказывается никакая поддержка со стороны властей и государства. Ну, только устная такая поддержка, а материальная нет. Этот закон необходим, чтобы там звучало обязательно слово «родовое поместье». В этих словах не только смысл, в этих словах уже заложена огромная энергия, которая в каком-то месте она просто аккумулируется. И она должна рано или поздно дать этот импульс, выплеск. Вот. И тогда действительно именно по этому образу и будут происходить дальнейшие изменения. Именно родовое поместье. Мы приезжаем, разворачиваем нашу, назовем так, выставку, разворачиваем концерт, проводим конкурс детского рисунка. Родовые поселения – это именно поселок такого нового типа. Должна быть биоцивилизация. Последнее, чем мы занимались, у нас магазин здорового питания был. Может быть, слышали и мне, интернет-магазин натуральной еды. Вот. И на фоне поиска земли мы читаем эти книги, и в одной из книг написано: уже создаются родовые поместья. Как? Уже? Где? Нашли, сколько мы сразу? 4 или 5 поселений, созвонились, сели на машину и поехали объезжать. Соседка говорит: вот смотрите, вот ваш участок, а здесь где-то был посажен барбарис. Она раздвигает кусты, и там стоит большущий подберезовик. Говорит: надо же, как вас участок с подарком встречает. Вот, и мы походили, посмотрели и поняли, да, что это наше место, наше поместье, вот, и решили здесь обосноваться. Вот, наши соседи идут. Когда землю взяли, в 2003 году здесь было просто голое поле, выжженное, желтое, вот такая вот коротенькая травка и больше ничего. Те, кто приходят из города, уставшие, замкнутые, скромные, побыв здесь, вот в этом живом пространстве, раскрываются, открываются такие таланты, творчество, кто начинает стихи писать, кто
песню, кто-то начинает изумительные вещи делать, которые раньше не делал, там, из крапивы, творчество бьет фонтаном. Люди, которые даже в научном прогрессе участвуют, да, в технических разработках. Вот, у нас есть программисты, которые работают исключительно здесь, потому что они говорят, я там не могу работать, мне надо работать тут. Это единственное поселение, где я, расставаясь с людьми, плакала. Мы были меньше суток вместе. Ну, это даже больше, чем человеческая семья. Это было ощущение космической вселенской семьи и родственности. Ой, ты моя отрада к небу звездному лети. Мы сами своими силами возрождаем здесь все и так далее и делаем. Тут прописаны наши разные все положения, там, да, которые здесь существуют на сегодняшний день. Тут наши всякие экономические обоснования, через сколько времени и как должно, что у нас быть. Вот на сегодняшний день пока у нас все это как бы и идет по вот этому документу. Чтобы на этом земельном участке мы могли полностью себя содержать, обеспечивать всем необходимым и жить счастливо. Возродится тогда и Россия, возродится вся культура наша, станет государство самым сильным государством в мире. Должен быть закон о родовых поместьях, потому что усадьба, это подразумевает вот дом, который стоит где-то, и вот это вот твоя усадьба. А поместье — это то место, где развивается все пространство, где высаживаются деревья, кустарники, есть водоемы, места хватает для живности, для людей. Вы проехали уже многие поселения, и вы видите, что Россия уже не на коленях. А если сейчас мы еще приложим силы, чтобы на российском уровне, а потом дальше распространялась идея родовых поместий, и легко люди могли это взять, то стоит ради этого жить. В данном случае, в этом поселении, мы можем сами себя полностью обеспечить. Школу мы хотим сделать свою. Она, школа, закладывает будущее, потому что дети выросли, которые в городе, у них совсем другое мышление, чем у детей, которые здесь находятся. И надо сказать, наши местные жители очень много сил прикладывают к тому, чтобы дети вот, увидели вот, и букашек, то, что в городе они не видят, и птиц, и в общем все окружающее пространство бережно относились. Школа будет совсем другая. У нас уже есть свои учителя подготовленные, у нас есть как бы эскизные проекты новой школы, где там эти вот домики будут расположены, где классы будут необычные, в вишневом саду будут занимать, яблоневом саду, сливовом и так далее. Это будет школа космического порядка, я бы сказала. То место, которое я оставлю своим детям. То место, ради которого я буду защищать нашу родину, большую родину, всю большую нашу Россию. Это ж дух России, дух патриотизма, который рождается на этой земле, как говорил его муж, да, он действительно с молоком матери передается детям. У нас это уже третий богатырь родился. Так получилось, что три парня. И они действительно для них, скажем так, Дуброва, да, это место, где мы живем, это родина. Поселение родное. Земли муниципалитета, неиспользуемые территории федеральной собственности передадут на городской уровень. Так записано в новой редакции Земельного кодекса, который вступает в силу уже 1 марта. О земле русской мой коллега Антон Веселов. По идее, должны пойти вниз цена на участки и, как следствие, себестоимость строительства. А там, глядишь, примут закон о родовых поместьях. Один из разработчиков этого закона, Василий Петров, сегодня у меня в гостях. На сколько процентов сегодня, скажем, востребованы сельхозземли, сельхозугодия? Как нас обычно это называют? Ну, это от регионов зависит. Но вы знаете, сейчас пошло такое новое направление возрождения села
через новые поселения, так называемые поселения родовых поместий, с заботой о почве, с заботой о семье, о роде, чтобы передать это дальше, эту землю по наследству своим детям, внукам, правнукам, именно навсегда. Но юридически пока родовые такой нормы земли еще не существует. Вот мы как бы подходим к этому. По инициативе президента Путина был этот законопроект принят. Эти позитивные начинания земельного кодекса, они должны быть подкреплены следующими законодательными актами. Например, законом о родовых поместьях, который тоже сейчас готовится к принятию. Вот сколько у нас, сами смотрите, было земельных реформ, когда человеку вот на тебе земля, потом прошло годы там, и вот уже обратно забирают. Верника. И, понимаете, вера теряется. И вот попробуй сейчас людей на землю обратить. Для этого именно нужны вот такие вот законы, которые говорят, эта земля будет твоя родовая, она твоя навсегда. Вот она детям, внукам и потомкам точно достанется. И мы это в законе обещаем и гарантируем. В земле наша правда, в земле наши корни, и сила в плечах от лугов и полей. Земля и оденет, земля и накормит. Ну, наверное, возрождение России начнется с того, что люди должны осознать, как они живут. Это единственная идея, которая может действительно поменять положение вещей не только в России, а вообще во всем мире полностью. А так как в России у нас это вот... Такие традиции до сих пор еще сохранились, я считаю, и они есть в памяти, как бы вот. Ну, это самое лучшее, что можно сделать сейчас. Весь мир сейчас, он как бы находится в рабстве Федеральной резервной системы Америки. В том числе и Россия является страной оккупированной. Так вот, чтобы из этого выбраться, существует единственный вариант. Единственная программка, родовое поместье, это, кстати, родовая программка, которая переигрывает все жреческие программки, которая может стать, она и станет национальной идеей России. 4 года живем в родовом поместье. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что если люди не начнут обустраивать родовые поместья, то кирдык нам настанет. Дело в том, что под словом «национальная идея» люди понимают какую-то философскую, вот, мировоззренческую концепцию. Есть определенные космические принципы, основываясь на которых можно вывести человека на очень высокий духовный уровень. Это сотворение, пространство любви и совершенствование среды обитания. Сотворение или сотворчество – это связь человека с Богом, его соединение с космической или вселенской программой развития. Он живет в гармонии с природой, в гармонии с другими людьми. Ее начинает выстраивать общество любви, братства, взаимопонимания. В пространстве любви исчезает войны. Самое главное – создание или воспитание человека новой формации, человека богов. В родовых поместьях люди уже действительно становятся творцами самого высокого уровня. Я уверен, что в родовых поместьях появятся, и они уже появляются, такие выдающиеся люди, которые были в России, как Лев Николаевич Толстой, Иван Сергеевич Тургенев, Александр Сергеевич Пушкин. Я имею в виду, называя пока писателей, но их вот гений проявлялся именно потому, что они были целиком связаны с природой. Они тоже жили в своих родовых поместьях. И поэтому вот сами родовые поместья дадут России вот целую плеяду выдающихся людей, которые затем поднимут Россию и сделают нашу страну действительно могучей, процветающей. Мы едем к Путину командой нашей дружной, чтоб передать привет от честных всех людей, который год в ответе, он за всю отчизну, за красоту лесов, лугов, озер, морей. Приехали в Государственную Думу для того, чтобы в стране, в России, был принят закон о родовых поместьях. Мы всегда жили на земле, то есть вот урбанизация, города, это все только последние 100 лет.
Это было нужно для того, чтобы в СССР индустриализация прошла. А сейчас это как бы уже не нужно, геополитических задач нет никаких от компактного проживания в городах. И идут только экологические проблемы, инфраструктурные проблемы, культурные, социальные, разрушение, деградация человека, ценностей. Вот. Сейчас как бы новые вызовы перед нашим государством. И требуется решать эти вызовы на уровне. Требуется решать с точки зрения семьи, ее интересов. Вот, с точки зрения национальной безопасности, а это и экологическая, и продовольственная безопасность. Ну и просто счастье каждой семьи. Каждому человеку на самом деле нужно для счастья построить дом, посадить сад, родить детей, дождаться внуков, правнуков. По инициативе президента России этот проект закона был внесен в Государственную Думу. Некоторые детали приехали проработать в Государственной Думе, чтобы закон был успешным, чтобы он работал. Дело в том, что существующее земельное законодательство, оно же по сути не в интересах российского народа написано. Вот. Оно написано так, что землей можно торговать, землей можно спекулировать, но вот есть законы о собственности на землю, есть законы об изъятии земли, только нет законов о родовой земле. А почему? Столетия проходит, у человека родовой земли нет. Почему? Ведь мы самая богатая страна. У нас земельные ресурсы – это 1 миллиард 709 миллионов гектар. А население России, по официальным данным, ну, примерно 140 миллионов человек, возьмем так. То есть, даже если каждому гражданину брать, это получается, ну, максимум 8% российской земли. Если мы каждой семье, ну, 4%. Вот. Лесной фонд, он весь государственный. Земли сельхозназначения, они наполовину государственные, наполовину частные, но они почти все не используются, они зарастают. На севере зарастает лесом сельхозугодья, выводятся из сельхозоборота, а на юге они понемножку превращаются в пустыню, грунтовые воды все ниже, ниже, это уже 100 метров. Как такую землю возродить? Еще 5-10 лет, и уже невозможно будет ее возродить. Нужно сейчас давать людям, которые готовы на ней сажать леса и сады. Вот что такое государственная программа развития сельского хозяйства. То есть мы говорим об экологическом сельском хозяйстве, которое и экономику страны изменит, и социальные, культурные вопросы в стране по-другому начнут решаться, на другом уровне. А самое главное, дети родятся в этих поместьях, в этих поселениях, новые дети с новым уровнем сознания, с мыслью освобожденной, счастливые дети. Вот. Через них много открытий, разработок, интеллектуальных достижений придет. То есть Россия станет мировым научным центром благодаря этой реформе, благодаря закону о родовых поместьях. Это тоже надо понимать. Вот. У нас сейчас экономика ненормальная. Мы вот по многим вопросам суверенитет свой государственный по сути потеряли. Нам его нужно восстанавливать, возрождать. Это и экономические, и финансовые вопросы, но это и вопросы сельского хозяйства. Вот. То есть, говоря строго об экономике, о восстановлении нашего государства, мы это тоже не решаем, потому что должна быть опора. А опора – это народ. А народ состоит из семей и родов. Вот у них и должно быть место на этой земле. Место, которое они любят, которое они называют своей родиной. Это и есть родовое поместье. Место, где собран весь твой род. Родовая усадьба – это набор строений. Родовое поместье – это земля. Люди все-таки за родовые поместья. Название можно сюда поменять во втором чтении. За Путина это вы как бы даете всеобщий масштаб придаете. Ну, мы просто у страны один президент, мы за президент. Потому что мы объединяем в данном случае. Поэтому вы вполне можете там со СМИ, когда будете говорить, говорить, что приехал автопробег, вам выразить поддержку законопроекта. Мы единственная партия, которая это внесла. Во что Миронов обещал сколько лет? Так ничего не сделал, правильно? Другие, наверное, обещали, так ничего не сделали. Да, это депутат прав. Мы простой народ. Нам Миронов со «Справедливой России» обещали помочь в продвижении этого закона. Нам обещали коммунисты. Мы собирали за них подписи. Мы поверили ЛДПР. Но, как видите, ничего не сделано для народа. Ну, мы приехали к нашему царю в надежде, что он поможет. На данный момент собрано более 200 тысяч подписей за закон о родовых поместьях. Это реальный народный закон. Везде мы проводили праздники, а в Москве мы заложили парк. Вместе с родной партией. С одной родной партией заложили сквер. Вот. И теперь родной сквер будет расти и процветать. Нам подменили истину на ложь. А вот какую цену платит земля за то, чтобы у нас все это было. По телевизору практически этого не показывают. И это не случайно. Потому что этого и не показывают. И кто из вас
хотя бы раз слышал в жизни про такую штуку, которая называется «Великий мусорный участок». Поднимите руку. Кто об этом слышал? Никто. А посмотрите, какие масштабы этой катастрофы. Вот это вот Тихий океан. Вот эти два темных пятна представляют собой то, что называется «Великим мусорным участком». По своей территории это миллионы квадратных километров. А выглядит это вот так. Обалдеть. Это что такое? Это красивый мусор, который стекается сюда международными течениями со всей планеты, с разных континентов, концентрируется вот в этих вот двух местах. Пластиковый мусор. Это дни и дни. Ход теплохода там или какого-то корабля, и больше ничего вокруг вы не увидите. И никто из вас об этом не слышал. Задумайтесь, почему? Потому что этого не показывают по телевизору. Потому что это нужно, скромно, чтобы люди жили так, как живут сейчас. Федор Михайлович Достоевский. Город – это не благо цивилизации, а искажение психической энергии и безумства дегенератов. Людей, подпавших под сатанизм, и вместо райских благоухающих садов они стали строить каменный рай, лишенный живой природы. Верил, что рано или поздно человечество вернется на Землю из городов и наступит всеобщее понимание и благоденствие. Вот что такое контакт с Землей. И это у вас есть. Вы имеете возможность, даже, я бы сказал, роскошь, выращивать и питаться тем, что вырастили вы сами. Вы имеете возможность, роскошную возможность, пить воду из родника, правильно? У вас же есть родники здесь? Да. Есть. А там нет. Там только из-под крана ржавой водички попил и все. Флоркой. А землю называют грязью. Как сегодня назвали природу? Слышали такое слово? Дикая природа. Все же дикая. Что значит дикая? Вот давайте вдумаемся вот в эти слова. Ведь они все влияют на наше подсознание, а значит на наше поведение. Бессознательно. Берет ружье и идет стрелять этих животных ради развлечения, называется охота, если ради развлечения. Это что такое? Это разве не дикость? Когда вырубают леса, которых почти не осталось, разве это не дикость? Когда строят заводы для того, чтобы заработать денег, а химические эти нет, или другие перерабатывающие, а вокруг всем говорят, что они безвредны. Это разве не дикость? Так где у нас дикость сегодня? В природе или где? Подменили истину на ложь, жизнь на смерть, живое на технократическое, из живых людей делают биороботов. А как сделать так, чтобы воздух, воды, да и любви стало больше на Земле? Это в наших силах. Количество деревьев. Да, именно лес. Лес решает большинство проблем. Как только вырастает лес, сразу увеличивается количество чистого воздуха, и деревья поднимают воду. И вот речки, которые сейчас пересохли, раньше было рек гораздо больше, и родников было гораздо больше. Они снова оживут, и родники оживут. Грибы, ягоды, птицы, животные. Я хотел бы вас спросить,
Как вы думаете, Земля, как вот тело, ну как планета, она вообще живая? Или это все ерунда и сказки? Живая. Жизнь, да, дает планета? А давайте задумаемся, как может мертвая давать жизнь? Ведь только живое дает жизнь. Земля может радоваться и грустить, представляете? Она может быть здоровой, а может болеть, как сегодня. Сегодня Земля очень больна. Она цвела садами изначально, а сегодня ее превратили в смердящее уродство. Так кто же может быть счастливым на такой земле? А еще я сейчас скажу вам одну вещь. Я уверен, что многие из вас рассмеются. Но я уверен, что многие услышат. Земля очень любит человека. Очень. И она держится и будет держаться до последнего ради этой любви. Потому что слово «глобальная катастрофа» — это не пустое слово. Мы отравляем Землю каждый день, убиваем ее и боремся с ней. А она все равно любит нас. И ждет, когда вырастут люди, которые поймут, что не нужно больше бороться с ней. Не нужно больше ее губить, а нужно ее просто полюбить. Так же, как она любит. То, что я вижу, и все говорят о пробуждении, и это не замечать невозможно. Многие люди перестают смотреть телевизор, многие люди переходят на там, живое питание, многие люди просто разъезжаются из вот этих клоповников городов. Единственное, за что людей еще держат, это за деньги, и я думаю, что самым главным хорошим выходом будет это создание просто национального рубля. Близок тот срок, когда рухнет доллар, и люди сами, им ничего не останется, как действительно включить в себе самодержавие, то есть держать себя самим. Если есть внутри сердце, дух, душа, надо начать это слушать и делать то, что велит сердце. Бросил Канаду, приехал в Россию, ну как? Да. Многие говорят, почему, как, зачем бросать Канаду, такая страна, лучшая страна в мире вообще, как это в Россию ехать? Ну, там очень материальное хорошо положение, а здесь духовное. Там как бы все красивое снаружи, внутри ничего нету. Там очень сильная деградация идет, и там жить я уже больше не хотел. Смотря что человек выбирает для себя, туда он и едет. Мне уже надоело там жить. Я хотел вот наполняющую душу, свет, вот эту любовь, которую излучает каждый человек, который здесь живет. И мне это очень нравится. По священным рощам я иду и вдыхаю сердцем мира красоту. Счастливые вольны все мы мечтать, и сияет в мире благодать. Земля, мне бы лететь быть, воли вышнею напьюсь, мне бы лететь бы, к тебе, земля, еще вернусь, мне бы лететь бы, к тебе, земля, еще вернусь. Родная земля наша будет расцветать очень скоро. Будут искренние, чистые, светлые отношения между людьми. Просто начнется пробуждение всех людей. Это будет уже состояние просветления, будет приходить ко всем людям. И новые взаимоотношения установятся
по всей матери земле. Вы наверняка знаете, как раньше называли землю. Кто-нибудь скажет, как раньше называли землю? Еще совсем недавно. Земля-кормилица. Как еще? Матушка-земля, да? Матушка-земля. И это не случайно, потому что мать и земля – это одно и то же. Мы полностью состоим из земли, наше физическое тело, из того, что находится в земле. Земля нас поет и кормит. Все дает нам земля, только здесь мы живем и можем жить. Это действительно наша мать. Так давайте начнем думать о ней. Ведь мы же все хотим, чтобы она стала счастливой и выздоровела, верно? А что для этого нужно сделать, как вы думаете? Деревья сажать. Деревья сажать. Прямо в точку. Я же вот сказал вам, что вы все знаете. Вот представьте, каждый человек на земле поставит хотя бы 10 деревьев или 20. Да земля сразу расцветет. Это сотни миллиардов деревьев сразу будут высажены. Но сейчас люди этого не сделают. Не сделают, потому что они об этом не знают. Вот вы знаете теперь во всем об этом. Сейчас люди занимаются, знаете чем? Их мысль занята. Зарабатыванием денег. И только этим. Был у меня в Анапе бизнес, и это как бы была моя эпогея, такая своеобразный подъем. Он был резкий, из ничего, и до фирмы, которая обслуживала три района в Красноярском крае. Мы строили лестницы, сауны, камины, барбекю, магазин, склады. Все это было, но все это с легкостью отвалилось. Жизнь прекрасная здесь. И без этих заработков, денег, нервотрепок и всего остального. Здесь появилось время просто жить. Радоваться тому, что встает солнце, что оно подсвечивает эти горы. Наступает весна, и ты это все наблюдаешь. Конечно, это разливается чудесным бальзамом на сердце. И люди, которые здесь появляются, они тоже приносят какую-то отдушину, что ли. В свое время, когда мы ходили и искали себе место, то нам это место даже никто и не показывал, потому что оно неинтересно никому было. Здесь не было воды, не было подъезда. Когда мы это место увидели, и я узнал, что за километр есть вода, то сложилась картина моментально. То есть баню я до этого строил, построил баню, вырыл пруд, подвел сюда за километр воду, провел дорогу. К нам приезжало очень много людей, которым тоже интересна была такая жизнь. И мы выкупили на аукционе все в округе участки, которые продавались. И ребята переехали, построились, кто еще строится, и уже живут. То, что я нашел здесь, это семья. Когда ты просыпаешься и видишь рядом с собой спящих детишек. Когда все происходит как чудесным образом, когда все это строится не по какому-то плану, а легко и просто. Появляются люди, которые, оказывается, тоже так же живут в других поселениях. И это своеобразная поддержка, что ты шагаешь правильной дорожкой. Посадим два слова. Слово «счастье» и слово «любовь». Дело в том, что вот вы же все знаете про Великую Отечественную войну. Враг шел нешуточный. И они не просто хотели там... Есть такие версии сейчас, знаете, в Европе рассказывают. Хотели избавить от большевизма. Это у них так рассказывают. Они не хотели от большевизма избавить. Они хотели покончить с народом вообще и сами тут жить. И эти люди, наши дедушки и прадедушки, жизни свои отдали, кровь пролили. Для того, чтобы мы имели возможность жить на этой земле. И они хотели, чтобы мы жили под чистым небом, чтобы нам светило солнце. Так вот, давайте посадим эти слова во имя жизни и вечности тех, кто нам эту жизнь и вечность подарил. Давайте.
Мы окружим эти два слова четырьмя садами: грушевый, яблоневый, сливовый и вишневый, а также посадим две рощи, дубовую и березовую, и окружим все это живой изгородью из деревьев там. На Руси землю называли матушка. Попилить и продать маму — это уже все, это даже не проституция, это верх цинизма и бесчеловечности. Не продавайте вы землю свою за златые серебро, ибо проклятие вы на себя призовете, и не будет вам прощения во все дни без остатка. Если я мать свою в военное время могу как-то еще выкупить из рабства, из плена, да, я участвую в этом процессе, я плачу людям, поработившим мою мать. Но это осмысленно, я не вижу другого способа, я ее купил. А попилить и продать маму — это уже все, это даже не проституция, это верх цинизма и бесчеловечности. Защищайте землю свою, победите вооружием правым всех врагов расы. Родовое поместье – это где сажают деревья. Они растут, дают свои плоды. Не есть магазинское, потому что свое оно природней. Деревья, красота, лес, зайцы, которые бегают. У нас и свои зайцы домашние. Я их приучила, теперь они хорошие. Я их глажу, кормлю их травкой. Родовое поместье для нас – это образ жизни. В городе жили, на самом деле, когда мысль появилась переехать в родовое поместье, когда приехали, поняли, что в город мы больше не поедем. Разница очень большая. Здесь и здоровье, здесь и протекание настоящей жизни. В городе просматриваешь чужую жизнь больше всего. Сам не участвуешь в ней. Участие — жизнь. Участвуешь в своей собственной жизни здесь, в родовых поместьях, на своей родной земле, которая тебя чувствует, понимает, слышит, зовет, дышит вместе с тобой и общается. Радуешься здесь солнцу, восходу, закатам, этим картинам природы, животным, птицам, которые летают рядом. Конечно, детям, которые рождаются. Дети — это наше и будущее, наше счастье. Живем на самом деле ради этого и живем. Это настоящая жизнь, потому что родом я сама из города. Потом, когда осознала, что жить в городе – это не настоящая жизнь, это словно вот в каменном муравейнике живешь, ходишь на работу, а именно в родовом поместье мы узнали, что такое настоящая жизнь. То есть тут действительно встречаешь рассветы, провожаешь закаты, здесь жизнь реальная, живая. Только живя в родовом поместье, начинаешь задумываться о смысле жизни, о своем предназначении, о воспитании детей, настоящем, истинном. Только в родовом поместье уходит суета, какие-то иллюзорные ценности. Только на земле, здесь, можно ощутить вот сам смысл, сам вкус жизни. Для меня это будущее. Будущее мое и моих детей, моих поколений. Для меня это счастье, для меня это рай. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы такой закон поскорее приняли. Но я понимаю, что у Путина, у него очень много препятствий для этого. И я хочу пожелать ему удачи, осознанности, а всем желающим приобрести поместье я хочу пожелать, чтобы они проявляли активность, подключались, создавали всевозможные проекты, фильмы, писали письма, чтобы Путин увидел. Мы должны показать, что нам это действительно нужно и важно. Родовое поместье для меня – это тот участок нашей планеты, тот ее маленький кусочек, на котором ты можешь реализоваться как творец, как созидатель. Этот дом построен по уникальной технологии. Это полунесущий каркас, заполненный соломенными блоками с глиняной штукатуркой с обоих сторон. Это очень энергоэффективный дом. Это дом очень экологичный. Мне нравится.
Мы живем в поселении Друзья Синегория. Поселение основано уже 10 лет тому назад. Без закона о родовых поместьях, просто группа энтузиастов. Все делаем своими руками. Дороги, дома, общие дома. Праздники. Праздники. Живем и радуемся. Но хотелось бы, чтобы Владимир Владимирович Путин все-таки принял закон о родовых поместьях, чтобы поднимали матушку землю, чтобы возрождали родину. Хочется, чтобы и правительство, и народ жили единым духом, единой мыслью, единым делом. Единой семьей. Когда свои товары в государстве, когда рубль обеспечен, вот, пожалуйста, это сильное процветающее государство. Мегаполисы, как таковые, они противоестественные. Они насилие над природой. И чем больше мегаполис, тем менее жизнеспособен он. Возрождение России начнется с возрождения семьи и с возрождения рода. Русский мир – это природа. Это семья, славянские обычаи, традиции, пища здоровая. Всяк туда пройдет, в сторону былинную. Там три дуба старые, к ним тропинки узкие. Корни там твои, сынок, что зовутся русскими, что зовутся русскими. Сейчас жители нашего поселения выращивают разного рода продукцию. Вот на этой земле сейчас выращивают бахчевые культуры, овощные культуры и так далее. На трассе сейчас открыта ярмарка-продажа. Там мы выставляем продукцию поселения. Здесь планируется создать город мастеров. Здесь будет пространство красоты для людей. Люди будут не только отдыхать здесь, но тут будут оздоравливаться. Здесь будет продукция поселения представлена. Здесь будет верховая езда, дендропарк. Разные площадки, на которых дети будут играть в разные игры. Будут вспоминать игры, которые играли наши деды. Будут проводиться мастер-классы по ремеслам, по пчеловодству, по траволечению. Также взрослые и дети могут узнать многое о жизни растений, о жизни насекомых. И также будут проводиться мастер-классы по массажам, по фитотерапии и так далее. Здесь будет представлен целый большой оздоровительный комплекс. И казачий спас, будут представлены любки, йога, белояр, оздоровительные прогулки, экскурсии, пешие маршруты. Также будем возить в горы и на дольмены. Нам посчастливилось поселиться рядом с дольменами. Большое им огромное спасибо мудрецам. И хочется пожелать людям, чтобы они почаще тоже общались с дольменами. Если вам удастся, вот хоть раз в году выехать к дольменам, поезжайте к ним, они ждут вас. И они несут много мудрости, дольмены, ровесники египетских пирамид. Но по предназначению дольменов, в дольмены заходили не умирать, заходили в вечную медитацию мудрецы, чтобы передать нам, сегодня живущим людям, эту мудрость. Хочется пригласить всех людей подойти к дольменам, осознанно подойти к дольменам и воспринять ту истину, идущую от дольменов. Дольмены только положительно воздействуют на людей. Это место силы. Дольмены оставлены нам древней ведической цивилизацией. И пообщавшись с дольменами, вы сами ощутите, как изменится к лучшему ваша жизнь. Уходят болезни, вы станете здоровыми, счастливыми. Увидите, как гармонизируется все в вашей жизни. Уйдут проблемы, изменится судьба в лучшую сторону. Вы сами это ощутите. Земля очень любит человека. Очень. И она держится и будет держаться до последнего ради этой любви. Потому что слово «глобальная катастрофа» — это не пустое слово. Мы отравляем землю каждый день, убиваем ее и боремся с ней. А она все равно любит нас. И ждет, когда вырастут люди, которые поймут, что не нужно больше бороться с ней. Не нужно больше ее губить, а нужно ее просто полюбить. Так же, как она любит нас.
Вы наверняка знаете, как раньше называли землю. Кто-нибудь скажет? Как раньше называли землю? Еще совсем недавно. Земля-кормилица. Как еще? Матушка-земля, да? Матушка-земля. И это не случайно, потому что мать и земля – это одно и то же. Мы полностью состоим из земли, наше физическое тело, из того, что находится в земле. Земля нас поет и кормит. Все дает нам земля, только здесь мы живем и можем жить. Это действительно наша мать. Так давайте начнем думать о ней. Ведь мы же все хотим, чтобы она стала счастливой и выздоровела, верно? А что для этого нужно сделать, как вы думаете? Деревья сажать. Деревья сажать? Прямо в точку. Я же вот сказал вам, что вы все знаете. Ну, что такое деревья? Это не просто биоматериал или то, что производит кислород. Деревья – это что-то гораздо более сложное. В мире нет ничего так, ну, неразумного или чего-то такого, что просто так. Все имеет свой смысл. Вот, например, деревья, они связаны не только с воздухом, водой и землей, а оказывается, каждое дерево, каждый сорт дерева, кустарника и травы, подсоединены энергетически с космосом, к своим созвездиям, к своим звездам, планетам. Вот что такое деревья. Все из вас гуляли по лесу когда-нибудь? Конечно. Хорошо в лесу гулять? Заходишь и что сразу? Какое настроение сразу? Спокойно, да? Суета уходит. Приходит легкость и хорошее настроение. Это не случайно. На пикник. Говорят, что? На пикник. На пикник? Почему ездят-то из города в лес? В город же на пикник никто не ездит, правда? Это же глупо. Чистый воздух. Вот это атмосфера. Вот ты правильно сказал, атмосфера это. Вот эта атмосфера... Это и есть энергетика деревьев. Дело в том, что сегодня в основном, пока еще, нас обучают миру проявленному, миру, который можем пощупать и потрогать. Есть другой мир. Называется это мир энергии, и он не менее значим. Это целая половина мира, и они очень тесно связаны между собой. Дело в том, что когда человек входит в лес, почему люди в лесу выздоравливают, например? Почему нас всех тянет на природу, в сад, на речку, куда-то? Не просто так. Человек – это тоже энергия. И когда человек входит в лес, он излечивается. А если мы с вами сможем... Вот представьте, каждый человек на земле посадит хотя бы 10 деревьев или 20. Да земля сразу расцветет. Чего говорит? Я сюда приехал и попал из большого мегаполиса по причине того, что другого варианта просто у меня не было. Меня сюда сила привела, и теперь, по прошествии там 10 лет, могу с уверенностью утверждать, что родовое поместье и вообще приземление – это не цель, а только средство достижения цели. Земля, она живая. И к ней нужен тоже подход, и нужно сперва понять, что ты ей дашь, с чем ты пришел на эту землю, что ты создаешь на ней, и для чего конкретно тебе лично это надо. Первое, самое главное, с чего нужно начинать, чтобы поменять свою жизнь, надо понять, кто ты есть, каждый из вас, из нас. Есть такая версия, это теория, которая гласит о том, что человек произошел от обезьяны, да? Знаете все? Теория Дарвина. Давайте вот подумаем. Мы кто? Мы дети обезьяны? Или мы дети Творца? Дети Творца. Вот. Тоже есть такая теория, что Творца, да? Вот если я, например, сын обезьяны. Я хочу себя обезьяны. А кому же хочется? Что я тогда могу, если я сын обезьяны? Да ничего не могу. Могу только есть, спать и так далее. А если я сын Творца, что я могу? Все. Вы же все знаете. Если мы дети Творца, мы можем все. Вы дочери и дети Творца. Вы можете все, потому что он может все. Вот и все. Ты учишься у детей. То есть дети, они более
приближены к естественному. То есть у них надо учиться. Если ты у них правильно учишься, ты эти уроки усваиваешь, и ты к моменту, когда у детей появляются их дети, только начинаешь становиться, грубо говоря, ну, условно. То есть как можно сделать вывод, ты правильных детей воспитал или неправильно? Научился ты или не научился? Если тебя внуки не парят, если ты от внуков своих испытываешь радость и счастье, умиляешься, там, любишь их, там, они тебя любят, значит, у тебя правильные дети. Существа, которые приходят, они приходят из другого мира, как поток. То есть каждый из них представляет собой целую вселенную. И наша задача, как родителей, поддержать их телесную сущность, да, выненчить ее, взрастить до периода половой зрелости. А их задача – привнести в наш мир гармонию вселенскую. Это их первейшая задача – осчастливить родителей. Понимаете, это встречный процесс. То есть ты нянчишься с телом, питаешь ему, даешь сисю, потом материальное что-то одеваешь, опекаешь и даешь им первый контакт с материальным миром. То есть у них есть все знания, но нет опыта. У тебя есть какой-то опыт, но нет знаний, как правило, ты их утратил в чехарде. И это встречный процесс воспитания. И воспитание детьми, родителей. Дети приходят в мир осчастливить родителей. Это их первая задача. Если им это удалось, в жизни выходит человек здоровый и ну, получивший первый опыт. Первый урок сдан. Понимаешь? Родители стали заметно счастливее. Находиться с детьми в городе, в агрессивной среде, где ты обязан отложить свой личный жизненный опыт, отложить свой путь или нанять людям, там, женщину за деньги, которая будет с ними вошкаться, понимаешь, это преступление есть, это верх абсурда. Когда ты просто их пасешь в городе на детской площадке, ты не можешь выполнять свое жизненное предназначение. Ты в этот момент мертв. Это крайняя степень дебилизации, когда ты пасешь своих детей, чтобы их не растоптали машинами. Найди для своего человека, для себя в первую очередь, возможность не знать, где твои дети в этот момент. Вот они гуляют, а ты к ним не привязан, у тебя мысленно это не завязано. Когда человек, твой ребенок пришел тебя чему-то научить, у тебя не будет возможности от этого спастись. Он отожмет твое внимание так. Ты должен создать себе пространство, в котором твои дети тебя не подчинят. Когда ты можешь выполнять свое жизненное предназначение, не будучи смятым более мощными существами, которые через тебя прошли. Иначе они тебя вгонят в зависимость тотально. И ты не сможешь сопротивляться. То есть нужно спастись от детей на просторе, на природе. Понимаешь? Чтобы они могли взрастать в естественной среде и не смять тебя. А в зависимости от личной силы, либо это должна быть целая долина, как у нас, допустим, у нас там более 100 квадратных километров, где дети могут гулять сами по себе. Либо это, ну, зависимо от, у кого-то это 6 соток, у кого-то там, зависит от личной силы. То есть, когда к тебе это пришла необходимость в жизнь, тогда тебе этот вопрос надо решать. Я вас уверяю, вот люди здесь приехали, сидят в этом классе, и не только в этом классе, в общежитии живут. Видели, когда приехали люди здесь, живут какие-то непонятные. Они приехали с разных городов России, там, с Новосибирска, с Архангельска, с Хакасии, откуда, ну, со всей России. Что заставляет людей приезжать так далеко, чтобы сажать деревья? Ну, какая же это, какая это кажется, глупость? Вы знаете, когда начнешь сажать деревья для земли, не для себя, не для себя, а для земли, потом не остановиться, потому что настолько это приятно. Попробуйте из 19-го, поедете, посадите это дерево для планеты. Прямо так можете ему сказать. Я сажу тебя для матушки Земли, для него расти, и будь счастливым. Я вас уверяю, вы наверняка, если, ну, искренне скажете, почувствуете что-то, вы поймете тех людей, которые ездят по всей России сажать деревья. Это такая радость. Можно купить полкило кедровых орехов, например, 500 семечек, ну, нечищенных, и посадить их сейчас у себя на огороде вот на такую глубину, осенью. И весной вы увидите вот такую картину. Они все взойдут. Знаете, сколько живет кедр? 550 лет. И он будет давать кедровые орехи через 30 лет. Но эти орехи будете есть вы, ваши дети, внуки, правнуки и еще пра-пра-пра-пра-пра. А что это для вас стоит посадить ерунда? Такие они лет через 5.
Можно вообще вот эта вот радость посадки дерева, она всегда может быть с вами. Можно взять, допустим, яблоко, мы едим уже, выбрасываем, да? В каждом яблоке груши семечки. Берите, наткните куда-нибудь, оно вырастет. 200 лет растет яблоня непривитая. 200 лет. Представляете? Или вишня, там, абрикосы вкуснейшие у вас тут. Давайте засадим, чтобы дети ваши, ну, вот, жили в садах. Делаешь дело, которое тебе нравится, и идешь верным путем, то тебе будет дан знак. Это ощущение счастья.